пропущено. Жми W, бежай. Не, я говорю просто то, что у меня... Ты не можешь управлять персонажем или что? Ну, оно как будто подвечивается. Ну, лаги тут будут. У меня сейчас просто этот... Плашка вот это от меню, понял? Хорошо, что это все открыто. Ну да, тогда открою. Ну, а как? Ну, эскейпом. Отключил? И все, оно вообще все свернулось. Лаган все поломал. Ожидание начала трансляции от Яку. Так, значит, я отвалился. А, или ты это выключил? Ты случайно закрыл его, походу. Играть. Угу. Алло? Да? Так, я понял. Так, сейчас открыли, я хочу скажи. Погнали. Угу. Я с левой стороны, да? Нет, а, да, да. Ты слева, я справа. Причем я играю с геймпада, первым почему-то стал нормально работать. Может, ты будешь это на английском говорить? Окей, Влад, can you understand me? Yes, I do. Блин, как непривычно, я не... Чувствуешь, как управление более медленное? Может это... А может ты включишь на вертикальную, нет? Или по горизонтали, что его... Не прав, просто. Я сверху, да? Да, ты сверху, я снизу. Ну что, так удобнее? А, сейчас пока не привык. Вообще сегодня я запускал этот, и сложно было играть. Ну, отвык я где-то недели две-три, наверное, не запускал. Ты тут? Да-да. Может, ты сейчас этот на видео скажешь, да? Обстоятельства какие случились. Я думаю, просто напишем это на заголовке стрима. Ну, ты знаешь, люди они такие не читают. Ну, я в любом случае помещу ссылку на Discord. Главное, забавно, что мы все говорим по-русски, но при этом делаем чисто на английском сейчас. Сколько там из всех, кто на английском, кто ты? Папа, не могу. Кирюх чуть-чуть не знает, Андрюх говорит тоже. Ну да, свободно говорить, наверное, наши команды могли один. Ну, может там Вован с акцентом на пальцах тоже может все. А у тебя типа что, акцента нет? Нет, ну потому что Вовану более сложно будет общаться напрямую. Ты имеешь в виду свободный разговор? Да, да, да. Ну вот я с Теллером позвонился, вообще никаких проблем не было. И общались, и шутили, и все, и сидел. Хотя я не знаю, Вован мог уже давно прокачаться и тоже... А зачем он? Получается, все боты пытаются догнать меня, и поэтому у них скорость прибавлена, и тебе сложнее добираться. И мне еще найдет. Вот нужно будет как-то эту проблему решить, чтобы они догоняли определенных игроков. Может быть, просто это. Ай, блин, упал. Ну, к примеру, то есть, те, которые поблизости, только тебя догоняют. Ну, просто как определить, кто именно поблизости? Ну, там сделать какой-то радиус, например, 50
50 метров, 60 метров. Если ты попадаешь на трапезу, если они попадают на трапезу. Так может получиться, что я соберу в радиусе 50 метров огромную толпу и введу ее за собой, и ты опять останешься один. Не, ну можно сделать как-то так, чтобы в этот радиус только определенное количество, ну, то есть если, например, 10 человек, то из них там только 5 берется в этот радиус, остальные кидаются на других игроков. Ну, как-то так и надо. Вообще нужно научить их рулить друг в сторону друга, чтобы атакующие мог подрубить врагу и шлепать его. Ну слушай, я практически задержки не ощущаю. Я и говорю, вот так как мы играли с тобой, вот бывает. Точно такая же связь была и с Америкой. Бывает, конечно, просадки, именно понял, фризит. Ну то есть, типа задержка. Но именно я рулю вот это вот, как еду, там дерусь, вот я не ощущаю, что задержка есть. Ну, то есть, может быть, она маленькая есть, но не настолько большая. То есть прям дискомфорта нет. Ну вот. Слався вау, слався скин. Чего-то трансляцию нужно было выпустить. Ну тут надо... А, я сейчас... Оп. Мы сейчас со звуками играем, то есть оно и звук пишет? Да, конечно. Я надеюсь, по крайней мере. Так, чё? Надо все трассы показать. Мне кажется, вот на этой трассе лучше делать вертикальное разделение, чтобы лучше было видно. И КЦ игрок сам себе поставит. Да? Хотя ему больше тут. Я пока все как-то сделаю. Да, все-таки нужно добавить иконку, где какой игрок находится. Не, ну я видел, что... Ну, когда их будет четверо, мы не сможем так сходить. Так-то да. Я сейчас пролетел мимо чекпоинта, и меня игра вернул назад. А в шутанны можно играть через спецскрин или... Не, я не помню, мы играли через это в залах. У каждого свой комнат. Ну, это да, но просто в Сириусе была возможность через спецскрин играть на одной клавиатуре. Это было очень странно, но это было возможно. Не, мы просто играли два человека на одной клавиатуре. Один мышкой ключи поворачивал, а второй стрелочкой. Я понимаю, но в Сириусе можно было играть через спецскрин нескольким игрокам. Это поддерживается. Конечно, мне не очень нравятся эти замедления, когда, например, ну то есть ты там где-то на кактус наехал или еще что-то сделал. А я, короче, ну вот, не могу сосредоточиться, когда оно у меня срабатывает не сам. Ну, может быть, вообще нужно все замедления включать. Не, ну я имею в виду, когда с кем-то играешь. Если сам, то нормально, ты понимаешь, почему. Ну, я и говорю, что отключать их, когда в кооперативе играешь. Надо, блин, выше подбрасывать, когда байк ломается, а то не очень заметно. Так, разлетается.
Это по-прежнему моя любимая трасса. Да-да? Угу. А когда вот появились полицейские мотоциклы, я ее еще больше полюбил. Потому что реально... Так, вся... Подожди, у них же скорость большая, они не вылетают с дороги? Уже постоянно помню. Полицейские мотоциклы могут рулить в полете. А, то есть если они вылетают, то они назад заруливают? Да, они заруливают и просто идеально обгоняют. Единственное, так на сплитскрине, когда играешь, сложно, короче, расстояние определить, чтобы ногой ударить или... То есть, маленький человечек. Там еще и очень привычный. Поле обзора меняется. Вот, такого горизонтального разделения намного более крупных оф, что персонажи были такого же размера, как и в полноэкранном режиме. Вот. Это вертикальная полоса, соответственно, там, мне кажется, более удобно. Можно сейчас включить вертикальное разделение и проверить. Давай. Просто вот такое разделение, оно больше соответствует тому, что ты видишь в обычном полнометровом режиме. Угу. А ты сейчас, получается, полностью музыку отключил или нет? Потому что раньше, я помню, моторы слышно было и так далее. Впервые я открыл. Мотор включил. А, да? Или это я, получается, включил звук? Скорее всего, просто я очень тихо звук сделал. Не, я у себя, наверное, от тебя трансляцию тоже тише сделал. Подожди, если серьезно, сам два человека могли играть на сплитскрине, то получается один играл мышкой, а второй чем? Не-не-не, один играл на клавиатуре, другой играл на клавиатуре. Ну, типа, один там на WSD бегал, поворачивался, а там, допустим, на кнопку Е стрелял, другой на стрелках бегал и там на ноль стрелял. А, без мышки? Тот-тот? Ну, просто мышка там, по-моему, обоих поворачивала. Вот это к сплитскрину еще привыкать надо. Да? Я пока домики ломаю. Блин, не было. Опять выглядел. А физика, подожди, она ж не меняется из-за того, что ты меняешь фуфу камеру, нет? Нет, абсолютно нет. Просто она ж там по кадрам что-то считается. Не, у физики фиксированный шаг. Не, я просто думал, может быть, если фокус камеры меняется, ну, то есть, то и физика может быть из-за того другая. Не, я специально сделал так, чтобы все обрабатывалось со статичным шагом, поэтому... То есть вообще, по идее, так можно сделать, да? От производительности ничего сейчас не зависит. То есть, даже если у тебя будет 30 FPS, все равно игра будет идти точно так же, как она идет при 60. Угу. Ничего от FPS здесь сейчас не зависит. Я нашел хороший способ сломать этот карт. Просто ударяешься об контейнер и от него отлетаешь прямо ровно так. А я видел, я видел. Ты там видел еще и срезал? Я вот сейчас вот тут срежу. Вот тут тоже. Опа. Просто когда перед тобой едут два копа, которых ты хрен обгонишь, вот приходится на такие ухищрения идти. Понятно, что я... Вынужденный читерство. Да, но при этом здорово выглядит. Может быть, в суперсложных мини-заданиях сделать, чтобы нужно было обогнать копов. А чтобы их обогнать, приходилось бы на какие-то изощрённые способы. Ну я стабильный 15-й. Эх. Ты пользуешься нитро, когда начинаешь слетать? Я
Короче, ну вот сейчас играю, у меня даже как бы от того, что два экрана, понял, у меня ощущение, как будто я управление забыл. Плюс у тебя еще задержка управления. Не, ну я задержки не особо чувствую. Я имею в виду, что, короче, я смотрю на свою половину экрана, и у меня ощущение, что, короче, управление тоже сдвинуто. Ну хотя кнопки что-то те же остаются. Mm-hmm. Но такое ощущение, как будто, ну, я забыл. Например, это и при прыжках надо пригибаться, чтобы мотоцикл ближе к земле, понял, падал. Mm-hmm. Я, короче, про это забываю вообще. Надо, блин, еще сделать, чтобы боты не ускорялись, когда едут за игроком, который уже на финише. Это получается, они по-прежнему пытаются меня догнать. Хотя я сзади, да? Да. Ну видишь, без плейтестов такой тип знаешь. Просто прекрасно. А где там костюмы менять? Так, ясс. Так, байки. Это не то. Блин, надо было бы стрелочки вперед-назад. А, стрелочки это мной. А, прям-правда? Я доделаю. Ну, типа... Мне уже тоже надоело рандомить. Отлично, мы бригада в Панамах. Я парень деревенский, буду с гитарой. Вот почему ты, смотри, я сейчас нажимаю на рандом надежды, понял? А оно, короче, шапку меняет. Да, там, походу, опять съехал. А, слушай, наверное, тут просто я в следующем билде уже переставил, а здесь эта проблема еще стоит. А, это еще старый, да? Ну, это шестой билд. Не, на имею в виду. Ты можешь на пробел нажимать, когда вот, что красное выделено, вот там, где ты нажмешь пробел, то и будет обработаться. Ты нажимаешь рейс. Нет, ты нажми. Угу. И давай. Какая? Я... Самолет. Ниже. Еще проблема в том, что ты видишь, ты впервые меня стартуешь. Я, получается, в самом заде. Мне кажется, в сплитскрине оно этот больше акцентируется. Дымка, вот этот туман. Туман не меняется. Сильнее становится, блядь. Туман непрерывно зависит от дальности прицелки. От дальности прицелки больше, чем в два раза уменьшается. Я его пока не настраивал, поставил, что 300 метров максимум. Сейчас, подожди, сейчас стрим и на YouTube же идет, да? Сейчас не стрим, я просто записываю. А, ты записываешь. Надо было вначале какую-то штучку нарисовать, типа там объявление текстовое, может быть. Ну, типа, чтобы ты его просто вставил в запись, а потом уже игру включил. Может, Посмотрим. Я пропустил. Ну, как ты?
если сможешь. Приехал сильно. Кстати, даже для парной игры прикольно, что если два человека, понял, собирают кактус. Ну, то есть, можно их, конечно, поделить. Ну, типа, один выполняет одно и то же задание, типа, парно. Мы с Аваром тут обсуждали, кактус считается общим. Не, так я за это и говорю. Ну, то есть, когда, например, мы с тобой играем, да, против компьютера, то мы собираем кактусы вместе. Скажи, знаешь, всяких дьявол, типа, когда там борешься там с этими, так сказать, с бандитами, с монстрами, то опыт двоим считается. Ну, если вы там вместе в команде вот там человек. Ну, что такое же, это ж тебе не дьявол. Блин, они сейчас тупо на нитро едут. Так, мы уже из дороги накопились. Он первый раз у нас был. Метро. Давай еще раз поражаем. Я имею в виду не восьмая, а вот это сплит, а... Ну, у тебя мотор крутой. Или он тебя постоянно? Постоянно. Тут ты сильно в каньоне на кучу мусора. Прям не видно ничего. Ну, в этом билде уже работает, да? Главное не забывай, но по-моему он работает. Я всемирная. А ты был? Да. Второй раз ты тут один. Да нет, уже какие-то сейчас но. Я где-то вперед, не знаю. Ну мне ж получается главное тебя догнать. Они-то за тобой по-любому гнулись. Сами. Запутался. Я ударил, собственно. Я хочу думать добавить еще два кадра анимации для наклона. Сейчас он просто либо колено по одной стороне, либо колено другой. Я думаю, когда... А ты что хочешь? Чтобы он еще ногу вперед не продал. Нет, еще сильно покачал. Ну, то есть, просто... Не знаю. Ну и, соответственно, покажи тоже, чтобы он не отклонял. Да, оно и сейчас неудобно. То есть смотря еще какая трасса, если коротенькая, как вот эта восьмая, понял там где восьмая? Там просто все события близко находятся.
То есть там не тебя и чаще скидывают, там и ближе кактус, и лежат, и все остальное. А если такая длинная трасса, то она, ну, там раз в пару минут срабатывает. Знаю, мне вначале не нравилось, что мы сильно долго едешь. Не, мне круги не нравились, это что нам было. Не, ну что, еще сейчас вот эта восьмерка неплохая. Восьмерка специально сделана. Для таких, как я, да. Ты замечаешь, что мотоцикл расшатывает обломки? Чё? Да. Ты сейчас вот не лежат на обломке, ты можешь проехать еще шатнуть. Если изначально этого в игре нет, это отдельно так делается. Ещё замечаю, что этот срабатывает, как он называется, забыл. Ну типа, обломок когда отлетает, он в точечке такой и растворяется. Табак? Я ну, специально это делал. Блин, я прям за тобой ехал. Я специально делал шуткату. Но так как ты ломаешь карту, обломок считается частью этого катуса. Он отлетает слишком далеко от того. Я хотел через мост срезать, а меня чувак прям подрезал, и я вместе с ним пролетел. Мне, в принципе, под конец. Я хотел тебя ударить, но не ударил. Я вижу, ты разыграл. Еще мне кажется, если игроки играют, то надо этот на одной линии их располагать. Не, ну хотя бы, я не знаю, может быть, если два человека играют, то оно размещает на одну. Если уже там четыре, то оно раскидывает по-другому. Сейчас они все со своим ячейком. Это понятно. Не, просто я имею в виду то, что либо ты, либо я постоянно, ну, в основном я стартую в самом конце, а ты чуть-чуть раньше. И поэтому ты меня чаще всего обманешь. Ну, потому что ты как чуть-чуть вырвался и все. А потом они за тобой просто занялись. Но когда ты будешь играть рядом со мной или там с друзьями, то не так сложно будет обогнать коробчики скрин. Это же, подождите, получается, спецскрин можно играть не только через Steam, можно еще и с одного компа без соединения, да? Сейчас мой комп думает, что мы с этим рядом. Не, это я понял, но он же думает через Steam. Нет, Steam просто присылает твои нажатия. Благодаря Steam, просто мой комп думает, что он дополнительно нажимает W, G и нижку. То есть это полноценный режим для игры вместе. Подожди, а если я так вот это получается нажимаю, я могу сейчас горячие клавиши у тебя на компе будет пример? Ну типа, знаешь, вот это shift, залипание, срабатывает. Ага. Не, ну а если бы не было? Я не знаю. К примеру, у меня этот кнопка Windows, если я ее нажму, она свернет игру или ну типа. Она вот у тебя свернет. А у тебя, ну так оно же тебе отправляет или оно отправляет только определенное. Я знаю, что как минимум он отправляет то, что нужно. Может
нужно делать, не продумывать повышение сложности или собрать работу. Если ты позвал друзей, чтобы пройти вместе компанию, то спокойно будет проходить. Такой торцов сложно построить. Сама по себе игра сложная, но это есть возможность сети позвать друзей. Из-за этого... И кого-то лупить вместе? Да, именно, что можно просто лупить вместе. Из-за этого другие противники могут зайти в вторгнуться в свой мир и задачу убить игроков. Тем не менее, игра в копе, которая игрой поощряется, как бы нелегально. Ну, то есть, по сути, это то же самое, что ты один играешь в остальном, да. У тебя еще один чуть-чуть. Вот, я думаю, не делать... Создать возможность подключаться человеку. Да, да. А, кстати, была какая-то игра. Короче, что-то типа сталкера, только от третьего лица, и там тоже типа, что-то похоже на Припять. Ты там бегаешь, там лупишь монстров. И тоже в коопе можно делать. И там, кстати, без коопа даже сложнее. Я там могу это все дорисовать, еще там сделать каких-то. Можно еще костюмку мы сделать. Ориентировка, нужен он или нет? Последи ориентируется на Red Dead Redemption. Это ж не оно. А, Роу, ну ладно. Я... Просто... не играл в это. Кроме как самой трассы, а так если все подвижное, от чего можно ударил меня. Блин, у меня такое ощущение, что через Steam даже разговаривать, оно в связь лучше, чем через Discord. Единственный минус, ну, то есть, это... Я себя чуть-чуть слышу, ну, то есть, слабо, но слышу. Но нету прерывистых вот этих обласких прерываний. Steam, наверное, после сервера больше мощнее, чем Discord. Ну, так Discord как бы... собой подразумевать типа для игр, там стримеры всякие в нем сидят. Это твоя была задача. А ты засек время, нет? Или без? Сколько? Ну ты хочешь все полтора часа именно вдвоем пробегать или? Я тут подрежу видео. А. Я надеюсь, что будет правильно. Придется еще полчаса. Не казали. Так в смысле, ты хочешь, чтобы всего лишь полчаса было на стриме? На рестриме, да. А. Ну просто ты, я говорил, что типа заявил сколько. Автора. Как я говорил? А, да нет, так не Yeah.
Ты уже все кактусы собрал, да? Обучалки не касать, уровни надо отдельно делать. Либо не уровни, а просто типа чтобы на цикл куда-то ехал и там самость типа нажмите такую-то кнопку, чтобы ударить. Не надо. Не, ну просто я смотрел половина людей, которые стримили, ну когда ты залил демку на стену, они ну, практически никто управление не считал. На той части, все страны, как они играли, они были. Я просто. Давай еще. Давай твою. Мою любимую? Погнали. Я буду 4. 4. Ладно, серпентин, если дети. Я сначала. Счетерил, так счетерил. Я сначала счетерил, да. Карма. Я еще и под обвык. Я вижу, что ты разыгрался, поэтому я сейчас даже не встретил. Но сначала очень наслужил. Особенно чисто для ангара. Ну, именно для залета какой-то сложный момент. Чтобы игрок понимал, что рабочий знает. Подчеркнуть как? Да. Я знаю, что я могу включить даже механизм. Молодец, что это делаю. Пока ты все говори. Это конкретистов быстро все. Из соглушителя. Я сейчас чувака ударил, а он, короче, голову. Потерял все места. Да не, я хотел срезать, но, короче, ударил чувака, и он на срез полетел, а я дальше. Да-да-да, именно. Подтолкнул. Всем, я только одному человеку дал. Ну, вот тот человек, который сказал, что всем не так, всем не так. Он
сыграл всего пару раз. И не надо с управлением. Ну и вообще все так нравится. Поэтому она ему выросла. Вот если посидеть чуть подольше, обратно пальцы, тайминги атаки. Ну так, в принципе, с любой игрой. Он просто в основном говорил, что ему скучно было ехать, потому что типа ничего не происходит. Но он говорил, даже когда первым едет, то обгонял там всех или короче, типа, ты едешь и все. Ну, типа, не дерешься, ничего такого нет. Он как раз и говорил, что полиция и типа трафик. Я не знаю, трафик стоит или не стоит. Нет, я не говорю сделать трафик, я говорю просто сделать какую-то машину, которая просто будет ехать там на контроле, так что будет. Я понял. Которая будет просто пересекать дорогу. Да, можно по приколу еще сделать этот летающий тарелку там, что-то такое, знаешь, типа похищение там. Ракеты. Может, знаешь, что сделать, короче, летающую тарелку, которая будет на тобой летать, и, короче, коровский делает. Чё? Ну, типа, у тебя сейчас листовки летят, так же самое, типа, коровы там. Обычно, если коровы падают, так не будет страшно. Не, ну это ж тебе не этот. Не то. А ты от них это не отказался? Я представляю, как ты с ним собрал. Мне прям в двоем реально стыкнулся. Я думаю, приятный дуэт. Знаешь, что хорошо? Мама не загонит. Можно играть. Ну да, может, жена еще была. Думал, у тебя задача как-то собирать. Первым приходить. Сейчас просто еду, не заморачиваюсь. Я удивляюсь, насколько малое количество декораций добавлено. Я ее преображаю. Не так много костей, не так много подвижек. Опять же, если бы это была такая реалистичная графика, то база очень сильно хватает. Сейчас она такая мультяшная, поэтому... Во, кстати, я же говорю, я проиграл в Старлин, там была трава. А, кстати, да. А ты ее тут нигде не, да, не использовал? Я ее показываю еще. Она вернется? Ну я понял, что туда было даже сложновато в некоторых местах, там она либо высокая была, либо ну, просто, вот, терялся. Ну просто в конце, если бы сейчас проехал, там трава нужна. Она была... Короче, это место было сделано специально, чтобы траву сохранить. Я думаю, если мы поговорим с директором, то ах, можно ты просто спокойно пользоваться директором и использовать ускоренные несколько часов. Да, в смысле договоримся. Ну, обязательно. А, ты имеешь в виду вот эти подписочные сервисы? Не, не обязательно подписочные, просто купите. Насколько я помню, Бог работал на директории. Сейчас не знаю, раньше вроде бы ждал. И просто в таком случае нужно будет развязать себе руки. Все суперские оптимизации, которые доступны только на крупных рынках. То есть ты просто можешь использовать конвейер, и скорее всего, на этом оставалось целыми большими
агрессивный и не лагал. В смысле, это только на DirectX можно сделать? Конкретно на Atari реализация, да. То есть я могу ее PC-шный труд строить, но, например, он, скорее всего, на маленький станет. Всех обманул. Реально так получается. Один собирает карту, собирает ее и победит. Он же помешался на спину. Да блин! Все хорошо. Я девятый пройду. Давай-ка заново. Так не пойдет. Нам нужна победа. Чего я так не огорчаю? А ты где? Ты все собрал? Ты, по-моему, вначале забыл. Нет, я все 4 собрал. Что-то рыбался. Я просто сделал такой подход. Прийти один раз, помню, включил на работе очень разные. Если там можно было прямо куча мест прибавить. Что-то мне как бы помню. Я даже не хотел отвечать. Но я запомнил именно подход человека, который в гонках может показать себе дополнительные. Понятно, что я закрыл этот определенный не надо слетать. Я вам так можно сделать, как в этом фильме было, первому игроку приготовиться там, где типа надо было не вперед ехать, а назад. Здесь, если ты поедешь назад, то... Сразу же на финиш. Я специально сделал горячую. По-моему, в какой-то фильм можно было выиграть и поехать там. Нормально тут обычные тесты не сразу же выбирают. Логично, что даже тестов поедет. Я просто все, я сломал, да? При том ты первый едешь? Да. Ты его там где-то убирал или он так там где-то в углу остался? Ну как, то есть ты менял расположение или он там где-то за кутку в конце остался? Я просто никогда не успевал, ну так что. Там просто прикол, потому что ты побираешь кактус и разворачиваешься и летаешь сквозь... То есть вот сейчас мы с тобой играем так, что я запланировал, как игроки должны играть. То есть они проходят трассу, они собирают все карты, и я выигрываю. И из-за этого это не то, если сделать вот так, и еще раз проходить. И это вот именно тот геймплей, которого я потом не делаю.
должно стать на некоторым ажарам за 50 минут. Че, падает? Ну, видишь, они сейчас все стоят, потому что все куда-то этого планы. Ты проверь, записалось он там еще это остановить. Уже 51. Ну проверь.